Тюменский Роспотребнадзор открыл горячую линию для приема информации о незаконной торговле спиртосодержащей продукции. Телефон 8 963 068 79 21 работает круглосуточно. Тем временем продолжаются полицейские рейды. Накануне в Тюмени в ходе спецоперации они изъяли 20 тысяч бутылок элитного алкоголя с признаками подделки. В истории замешан, по предварительным данным, 41-летний мужчина. Он арендовал склад и сбывал продукцию оптовым и розничным покупателям. Эту партию оценили в 3 миллиона рублей. Откуда виноводочное это изделие? Не знаю, откуда. Ну что это за продукция? Водка. Что? Водка, да. А откуда? Не знаю откуда. Нам сказали отсюда грузить. То есть просто перевезти, да? Да, отсюда перевезти. Сколько раз уже приезжали сюда, перевозили? Первый раз отсюда. Организатор задержан, а товар направлен на экспертизу.